стилях развернулась космическая стройка. На территории бывшего завода имени Хруничева строят Национальный космический центр. Он станет крупнейшим в мире. Его площадь превысит 250 тысяч квадратных метров. В комплексе зданий разместятся ключевые организации ракетно-космической промышленности. Архитектурную концепцию комплекса определили по результатам конкурса. Центральное место займет высотка 47 этажей. Она будет напоминать ракету на старте. В ней разместится центр управления полетами Роскосмоса. К башне примкнет длинный корпус, состоящий из нескольких разноэтажных блоков клавиш. Между корпусами комплекса расположится вот эта площадка. Это так называемая будущая крытая пешеходная галерея, которая станет связующим звеном. Здесь сотрудники комплекса смогут перемещаться между зданиями и прогуливаться в свободное время. Стройка ведется рекордными темпами. Здесь трудится более 1000 рабочих и 40 единиц строительной техники. Работы ведутся круглосуточно. Комплекс зданий конструктивно разделен на три составляющих. Это низкоэтажная часть, это конгресс-холл и высокоэтажная часть здания. В настоящий момент мы производим строительство низкоэтажной части. Готовность объекта приблизительно 70% конструктивного монолита. Приступили к фундаментной плите конгресс-холла и залили основной конструктив фундаментной плиты высокоэтажной части. Завершить строительство космического центра планируют в 2023 году. Часть производственных помещений завода реконструируют, остальное застроят. Под эти цели был утвержден проект планировки территории, и, соответственно, в дальнейшем планируется размещение на этой территории особой экономической зоны, социальных объектов, объектов конгрессно-выставочной деятельности, которые позволят эту территорию сделать действительно космическим кластером и инновационным кластером, который будет драйвером развития не только космонавтики, но и всей технологической сферы нашей страны. Территорию благоустроят. Здесь появятся общественные пространства, экспозиции под открытым небом и фонтаны. Попасть сюда можно будет всем желающим. Ольга Завершнева, Егор Ефремов, «Строй Мосру».